В Ростовской области сотрудники полиции установили причастность 41-летнего мужчины к совершению разбойных нападений. В ходе расследования этого уголовного дела, которое было возбуждено в отношении 41-летнего жителя города Азова по статьям 162 и 317 Уголовного кодекса Российской Федерации, полицейские установили его причастность к совершению серии аналогичных преступлений на территории Ростовской области. В конце июня текущего года мужчина был задержан в городе Азове сотрудниками Управления уголовного розыска, Главного управления МВД России по Волгоградской области при силовой поддержке бойцов СОБР Управления Росгвардии. Во взаимодействии с сотрудниками уголовного розыска и ГИБДД Главного управления МВД России по Ростовской области за вооруженное разбойное нападение на ювелирный салон в Волгоградской области, а также покушение на жизнь сотрудника полиции. Уходя от преследования инспекторов ДПС, злоумышленник выстрелил в полицейского. Старший лейтенант полиции получил касательное огнестрельное ранение в голову и был госпитализирован. В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий полицейскими было установлено, что на территории Ростовской области подозреваемый совершил 8 имущественных преступлений, похитив при этом золотые изделия на сумму около 20 миллионов рублей. Четверо мужчин совершали разбойные нападения на ювелирные салоны и ломбарды под угрозой применения оружия к персоналу и покупателям. Разбивали витрины и похищали украшения. Сотрудниками полиции по фактам совершения данных преступлений возбуждены уголовные дела.